Согласие между учителем и учеником, легкость учения и возможность для ученика думать самому и составляют то, что зовется умелым наставничеством. Эти слова, сказанные китайским философом Конфуцием, наиболее точно подходят к людям, посвятившим свою жизнь преподаванию. Труд учителя – это призвание, которому нужно отдаваться всей душой, для того, чтобы раскрыть внутренний потенциал каждого ребенка, посеять зерно добра, красоты и знаний. В городе Бресте зародилась и уже устоялась хорошая традиция проведения таких мероприятий с молодыми специалистами. Цель, которую мы преследуем, из года в год проводя такие мероприятия, одна – задержать педагога молодого в профессии, чтобы после 2 лет так называемой отработки учреждения образования он остался и продолжил работать дальше, совершенствовался, развивался, чтобы его понимали, любили дети, уважали коллеги. К сожалению, быть педагогом с большой буквы не учат в университете. Необходимые навыки приобретаются только на практике и в тесном общении с опытными коллегами. Молодежный педагогический форум дает такую возможность. Направленность на взаимный обмен в профессиональных педагогических сообществах и поддержку творческой инициативы молодых педагогов уже приносят хорошие результаты. По практике предыдущих форумов следует сказать, что молодым людям интересна наша инициатива. Им приятно общаться друг с другом. Они здесь знакомятся, они делятся впечатлениями, они делятся своими различными наработками, потом созваниваются. И таким образом, вы знаете, нашей Брестской городской организации легко предлагать в состав молодых людей, которые уже где-то себя проявили в своих лидерских качествах. Программа педагогического феста в этом году состояла из 3 частей. На пленарном заседании первой части форума опытные педагоги Бреста, профсоюзные лидеры, победители форумов прошлых лет и руководители системы образования нашего города обменивались профессиональным опытом. Вторым этапом стал сам конкурс под девизом «Молодежное течение», в котором проявляли себя молодые учителя. Мастер-классы, проводимые ведущими педагогами нашего города, и профсоюзные уроки стали заключительным этапом молодежного форума. Насыщенность программы феста является хорошим стартом для того, чтобы начинающий педагог смог заявить о себе. 2 года назад я сама принимала участие в этом форуме, и он дал определенный старт мне, как молодому педагогу. Это возможность заявить про себя, это возможность сказать о том, какой ты успешный молодой учитель. И сегодня я являюсь председателем молодежного совета педагогов учреждений образования города Бреста. Я победитель областного конкурса «Молодой учитель Брещины» и с уверенностью могу сказать о том, что данный молодежный фест, этот педагогический форум дает определенный старт молодому педагогу. Это возможность показать себя, рассказать о себе с большой сцены и заявить о себе как о молодом педагоге. Безусловно, Брестский педагогический фест – это хорошая площадка для молодого специалиста. Здесь есть прекрасная возможность быть услышанным в профессиональной среде, заявить о себе и, конечно, понять всю значимость выбранного дела жизни. Наталья Луговкина, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.